Так, сколько у нас примерно за день получилось? Это пока примерные данные. Мы в районе 150 километров сегодня ребята набежали. Для одного дня вполне себе неплохо для восстановительной тренировки. Мы продолжим наш дневник и дальше. Бегом. Товарищеский матч против команды «Неман» из Гродно. Футболисты сегодня будут бегать в наших спортивных трекерах для того, чтобы мы записывали дистанцию, которую они преодолеют во время матча. А можно вот этими датчиками как-то управлять футболистами? Током бить их, как собак, нет? Нет, Юра, нельзя управлять этими датчиками, нельзя бить током футболистов. Они сами знают, куда им бежать. А если я потеряюсь, не дай бог, в лесу с этим датчиком, то можно найти в любой точке земли? Конечно, Юра, а широту и долготу не выдают, и координаты мы будем иметь всегда по поводу твоего местоположения. Ответственно завершили свою последнюю тренировку, которую записывали на GPS-трекеры двигательной активности. Наши ребята в сумме набежали почти 600 километров. Ну, наверное, мы ждали чуть больше, но результат таков, как он есть. Самое главное, что мы поучаствовали в благотворительной акции, и, возможно, наши километры помогли детям обрести финансовую поддержку компании «Велком». Наша команда обещает и впредь участвовать в таких акциях, ведь помогать оказалось не так сложно, и каждому это по силам. А нет желания сейчас пойти добежать до 600 километров?